от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Слава нашей золотоножки – это, конечно, герой Советского Союза Яков Тарасович Ткаченко. О его подвиге много рассказано в книгах, но мне бы хотелось сегодня рассказать о их семье. Семья Тараса Ивановича и Евдокии имела большую, было 9 детей, из них 5 детей приняли участие в Великой Отечественной войне. 2 погибло. Это Иван и Дмитрий. А Федор, Николай, Павел и Яков вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Сам глава семейства Тарас, он работал годы войны и 75-летним получил медаль за доблестный труд. Вот такая семья, которой мы помним, гордимся и будем всегда чтить.